সুর সরিদ উপকণ্ঠে গোদ্রুমে গৌরতীর্থে বসতি শিশুরবিকুঞ্জে ভক্তিপূর্বম বিনোদহ যুগলচরণ সেবা সৌক্ষ লাভাশয়া অসৌ ব্রজ রসরসিকয়া পাদপদ্মাশ্রয়ে অত্র। সুর সরিদ উপকণ্ঠে গোদ্রুমে গৌরতীর্থে বসতি শিশুরবিকুঞ্জে ভক্তিপূর্বম বিনোদহ যুগলচরণ সোক্ষ লাভাশয়া অসৌ ব্রজ রসরসিকয়া পাদপদ্মাশ্রয়ে অত্র। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাঠল Гаудия Гоштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что Бхактинодара, она никогда не прекратится. Бхактинодара, она никогда не прекратится. И хотя мы знаем, что ситуация меняется, и день за днем мы смотрим, но то, что случаются какие-то необычные вещи, и поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что, может быть, внешне мы не будем видеть Бхактивинодару, линию Шрила Бхактивинода Тхакура в таком проявленном виде, но будьте уверены, как скрытая река, как, например, река, которая течет в Гае, то там можно видеть один песок, а если откопать немного, то можно видеть, она под песком протекает. Она, течение это есть, но очень скрытое такое. И Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад хочет сказать, что Бхактинодара, она никогда не прекратится. Может, ситуация поменяется, но все же можно найти, что течение Бхактивинода Тхакура, оно скрыто через сердца чистых преданных, которые не открывают себя нам, но она есть там. И мы должны совершать баджан, мы должны осознать все это, и тогда мы сможем видеть ее, это течение Бхактивинода Тхакура, поскольку Верховный Господь, Его имя, Его дама, Его божество и все, что связано с Господом, оно самосияющее, оно явится нам, если мы достойны, иначе мы не сможем понять, что и что. И вот сегодня день явления Шрилы Сачитананды Бхактивинода Тхакура. Сегодня день Вьясапуджа. Не Вьясапуджа, не просто в Гаудия Матхе, во всех Гаудия вайшнавских организациях, у всех гаудий, поскольку термин вайшнав, он открыт. Я вчера говорил, вайшнавы, они хотят принести благо всему миру, и не должно у нас быть никакого разделения. Что говорить о вайшнавах, даже просто какой-то обычный мирской ученый, он работает ради всего мира, а не так, что ради какой-то определенной страны. То есть имеется в виду настоящие ученые. Но мне стыдно говорить, поскольку сегодня день явления Шрилы Сачитананды Бхактивинода Тхакура. Но у меня нет ничего, что я мог бы предложить ему. Даже цветов нету. Я очень беден. И какие цветы я имею в виду? Суман. Чистый ум. Это зовется цветами. У меня нет таких цветов, которые
я мог бы поднести такие Пушпанджали Шри Сачитананди Бхактивинода Тхакуру. И вот в очень бедственном положении находимся. И но одно я знаю точно. То, что я не могу видеть, то, что я не могу чувствовать, то, что я не могу понять, как это возможно для меня отмечать день явления этой великой личности Бхактивинода Тхакура. И если я не могу видеть и чувствовать и понять его, то как для меня возможно иметь связь с такой личностью, с таким Махаджаном, чтобы поднести ему Пушпанджали? Если наш ум материален, то мы, и наше сердце, оно тоже материальное, в этом случае оно не может видеть его. И в таком состоянии мы просто материалисты. И возможно ли для меня, будучи в таком материальном состоянии, поднести Пушпанджали Шри Бхактивинода Тхакуру? И мы должны чувствовать это, понять. И вот в этой шлоке говорится, что трансцендентному даме, наме, парикару, вайшиштхе, все, что связано с этим, у нас нету способности смотреть на это. Если мы увидим Бхактивинода Тхакура, то тогда Бхактивинода Тхакура станет объектом нашего наслаждения, что мы можем видеть его, как он выглядит. Но это не так. Если мы можем видеть Гаурангу Махапрабху, то Гаурангу Махапрабху, он разве мы какой-то материальный объект, который можно видеть и наслаждаться взглядом на него? Обусловленные души не могут видеть Верховного Господа, и обусловленные души не могут видеть Дхамму, Гуру и Вайшнавов. Они могут неправильно понять их или вообще не понять. И поэтому сказано, что трансцендентные вещи, самосияющие Гуру, Вайшнавов, Бхагаван, нам, Даму и все остальное, нельзя познать материальными органами чувств. И вот я хочу спросить вас, видели ли вы Бхактивинода Тхакура? И что вы ответите? Если кто-то спросит меня, видел ли я Шрилу Бхактивинода Тхакура или Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати или Шрилу Кешава Госвами Махараджа, я не знаю, что ответить, почему, поскольку вопрос простой, вам вот 60 лет уже, вы вряд ли видели Бхактивинода Тхакура, но нет, я об этом не говорю. Я говорю о трансцендентной философии. Если я могу скажу, что я не видел Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Тхакура, это будет ложью. Если я скажу, что я видел, тоже ложь будет. А почему? И как это понять? И вот под руководством Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, Шрила Кешава Госвами Махараджа, у меня есть способность видеть лотосные стопы Шрилы Бхактивинода Тхакура, не полностью, а может немножко. Красота Бхактивинода Тхакура, может, она не полностью явилась передо мной, но все же я в
вынужден сказать, что по милости Гурудева, по милости Кешава Госвами Махараджа, Шрила Пури Госвами Махараджа, у меня была такая возможность увидеть красоту Шрила Бхактивинода Тхакура. И это правильный ответ. И на самом деле, достаточно давно, около 180 лет назад, я не помню, когда точно, но и вот Шрила Бхактивинода Тхакура был в Рамбагане. И Вайшнав, где бы он ни жил, но все же он находится во Вриндаване. Может, Вайшнав находится в какой-то комнате, но онтологически он во Вриндаване. Для Вайшнавов невозможно жить где-либо, кроме Вриндавана. И вот в то время Шрила Бхактивинода Тхакур совершал баджан в Рамбагане, в Бхакти-бхаване. Он был, для Бхактивинода Тхакура это место было Вриндаваном, но мы не можем чувствовать и понять, как это возможно. Логика, она не может быть на пути к абсолютной истине. Но Бхактивинода Тхакур, он был во Вриндаване онтологически, а физически он был там, в Рамбагане, и многие преданные приходили к нему предложить поклоны, кто-то, какие-то родственники, кто-то просто узнали его славе и решили зайти и выразить почтение. И однажды Шрила Прабхупад сидел у лотосных стоп Шрилы Бхактивинода Тхакура достаточно давно. Может, даже в то время Гаудия Матх еще не зашел в этот материальный мир. Гаудия Матх, вот в этой шлоке описывается слава Гаудия Матха. И это зовется Гаудия Матх. Если мы не можем чувствовать, что Гаудия Матх – это йога-питх, который показан Рупой Госвами Падом, и тогда мы должны оставить Гаудия Матх. Есть люди, которые приносят только мусор в Гаудия Матхе, но такие люди нам не нужны. Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит о себе как о подметальщике рынка святого имени. А некоторые, они хотят только воспользоваться славой гуру и вайшнавов, как, например, я видел в моей жизни некоторые проповедники. We want to prove I have very deep relation with that person, so that after he gone, I can get the total field of the preaching field. Они пользуются именем каких-то великих вайшнавов, и это. Но чистые вайшнавы. Они никогда не пытаются взять, пользоваться чьей-то репутацией, чьим-то именем. Может, они совершали служение тем вайшнавам, но они не будут на каждом углу кричать об этом. Вот Шрила Сиддханти Махарадж говорит, я 20 лет назад, with what desire he came here to take Sardana to Lotus Feet of Guru Vaishnava? What reason? To serve Guru Vaishnava? Or to get service from Guru Vaishnava? Can you say? Can you touch Gita? Can you touch Savagram and say? Come Savagram in front of me. I can speak.
То есть некоторые люди приходят в Гаудиама для того, чтобы служить Гуру Вайшнавам, а некоторые, чтобы только принимать служение, и это очень плохо. Шрила Прабхупада и наши Гурвага, они никогда не пользовались славой и именем как каких-либо вайшнавов. И в то время Бимала Прасад, он сидел у лотосных стоп Шрилы Бхактивинода Тхакура. И какие-то люди пришли, так называемые преданные. Они не преданные были, а ну, так называемые, так как псевдопреданные. И вот они поклонились Бхактивинода Тхакуру, начали говорить с ним. В то время Бхактивинода Тхакура лилу болезни не являл еще. И этот человек посмотрел на Бимала Прасаду и сказал: «Смотри, я так долго прихожу сюда». А вот я уже давно хожу тут, читаю Гиту, объясняю ее Бхактивинода Тхакуру. И этот человек сказал Шриле Прабхупаде. Вот, вот так. Что уже давно, много раз я приходил. Ходил, встречался с Бхактивинода Тхакуром, он просил меня читать и объяснять Гиту, а Шрила Прабхупад сказал, что вы не видели Бхактивинода Тхакура. Как не видел, я столько раз ходил к нему и Гиту читал по его просьбе, а Шрила Прабхупад сказал: нет, вы никогда не видели Шрилу Бхактивинода Тхакура, никогда. Что вы говорите? Вот я много раз встречался с ним. Нет, вы никогда не видели Бхактивинода Тхакура за всю вашу жизнь. И этот человек очень разгневался и ушел. И говорит: нет, видел, вот я к нему домой приходил. Но Шрила Прабхупада опять повторил: нет, вы его не видели. И те, кто надеются, что они, эти члены семьи Бхактивинода Тхакура, они тоже его не видели. Это не так просто увидеть Бхактивинода Тхакура этими материальными глазами. У нас есть наше ложное эго, и мы хотим говорить, говорим, что мы видели Бхактивинода Тхакура, но мы знаем его, знаем всю его философию и прочее, прочее. Но вы уже знаете, что Шрила Бхактивинода Тхакур, как, откуда он происходил? Он происходил из знаменитой семьи Дата, какого-то известного землевладельца, потом их состояние как-то упало. И вот когда Бхактивинода Тхакур, он родился там, у них их финансовое положение было бедственное, скажем. И вот он получил образование в Гвали, это Кришнанагар, чтобы там он учился в какой-то школе, и после этого, это долгая история, не хочу рассказывать. Вся история хорошая, но времени мало. Но я хочу сказать ту сиддханту, то учение и его особенность, чтобы я получил особую силу в моем баджане. И я знаю, что история жизни вайшнавов, она хороша, несомненно, но мы, Гаудия вайшнавы, мы говорим о их сиддханте, о их учении, поскольку мы хотим соприкоснуться с трансцендентными качествами Шрилы Бхактивинода Тхакура. А материальные качества, как его, мы особо не обсуждаем. И вот я хочу прикоснуться к лотосным стопам Шрилы Бхактивинода Тхакура. Я хочу прикоснуться к его трансцендентной форме, к его наставлениям. И если у меня есть такая надежда,
то тогда мы должны изучать Сиддханту Гуруварги, чтобы узнать, кто он такой, почему он хотел так много сделать для нас. И это главное. И за всю жизнь мы видели, что Шрила Бхактивинода Тхакур боролся с бедностью всегда. Мы не можем понять этого. Бхактивинода Тхакур он получил милость в виде Сагар Махашая. Он был очень известный ученый в то время. И вот Ишварчандра Видьясагар в то время Бхактивинода Тхакур являл лилу студента этого Видьясагара. Видьясагар очень уважал его за его разум. И однажды, когда он во время лекции, Видьясагар сказал: Haribhakti Shuddhodaya is a part of Narad Puran, not there. I say Shuddhodaya. Haribhakti Shuddhodaya is an important book. It's from Narad Puran, a part of, it's very important. All Amar Guru Varga and Goswamis, they used to put reference from this. But Vidyasagar was writing Panini Vyakaran extract. Он упростил Вьякарон Панини, чтобы людям проще было учить. То есть санскрит очень сложно изучать, люди боялись, и вот этот Видьясагар, он упростил это изучение санскрита. И вот в одной книге Шудодой называлось, и вот он сказал, что Верховный Господь безличен, его нельзя видеть, и Бхактивинода Тхакур встал и сказал: «О, пандит Махаша, если вы не обидитесь, у меня к вам один вопрос. Видели ли вы Верховного Господа, что вы говорите так? Или вы видите, поскольку вы всегда говорите то, что вы никогда не видели, не чувствовали, то не можете говорить об этом, и поэтому, если вы говорите, что Верховный Господь безличен, то видели ли вы Господа, что смеете так утверждать о Нем?» И он понял свою ошибку, сказал: «Но нету никакого представления о Верховном Господе, поэтому я не должен ничего говорить о Нем, да, ты прав». Видьясагар, он помог Бхактивинода Тхакур получить работу в Орисе. И вот Бхактивинода Тхакур, он смог привлечь внимание британского правительства на высоком уровне. After that, they recruit as a big officer, and ultimately was recruited as a deputy magistrate. В итоге англичане дали ему работу этим губернатором, как-то так. Но всю жизнь Шрила Бхактивинода Тхакур никогда не нарушал никаких правил и предписаний. Он никогда не
Bhaktivinoda Thakur never wanted to take center of undue advantage. Never. He was full of truthfulness all the time. At all, any kind of eventuality can come in life, but still, he is not going to, you know, displace even one fraction of inch from his stand position. That is called personality. How you can understand? He is a man of personality, man of action. How you can detect? If you go through his life, you can have the scrutiny, then you can realize. He never want to get displaced from his own position. Prabhupada usually used to say, Шрила Прабхупад говорил, что если я говорю, я буду говорить об абсолютной истине, и все общество обернется против меня, это не причина, чтобы я отвернулся от абсолютной истины. Даже если все общество будет против меня, если я буду говорить об абсолютной истине, если они придут все вместе сражаться со мной, но все же я не перестану говорить о абсолютной истине и не изменю мои сиддханты. Шрила Бхактивинода Тхакур, он не отличен от Гауди Матха. Бхактивинода Тхакур, он первый кто представил Гауди философию иностранцам, иначе где бы мы были, откуда бы мы пришли. Он был первый, кто представил Гауди Даршан иностранцам на различных языках, на санскрите, на бенгали, на хинди, на урду, на английском. И на многих остальных. Он знал много языков. И он происходил из знаменитой семьи. И автоматически так у него. А он с собой привлек внимание британского правительства, хотя он к этому не стремился, но так получилось. И Бхактивинода Тхакур. Он изучил многие писания, и после этого он англичане, в общем, как-то он получил этим работу в Пури, что он был администратором храма Джаганнатха. Потом его в Кришнанагар перевели, потом в Шри-Рампур. И Шрила Бхактивинода Тхакур написал читание Шикшамриту в Шри-Рампуре. И он очень много писал. И он вечный спутник Шримана Махапрабху. Его пранамантра, она говорит за себя. Вот это Рупануга Варайте. Те, кто он лучший из Рупануг. Он седьмой Госвами. И мы не должны сомневаться в его величии. Шрила Бхактивинода Тхакур, он сокровище всей Гауди Сампрадаи, он столько блага принес всему миру. И вот английское правительство было уверено, что он
самый достойный человек, который может руководить Арицей и храмом Джаганнатха. И в то время много необычных вещей случалось. Один какой-то йог Вишкисан, или как-то так его звали. И вот он объявил себя Махавишну и ночную расу в какой-то день в джунглях. Он в джунглях жил, там йогу занимался свои. Also, they lose character, everything done. Gradually, information coming into the pocket of Bhaktivinoda Thakur about this situation. И вот Бхактивинода Тхакура должна информация об этом. Он с полицией пришел туда. Then reaching that place, jungle, with full troops. And meeting that yogi, hey, встретился с этим йоги, спросил, кто такой, кто он такой. Он был очень, начал оскорблять его. Бхактивинода Тхакур спрашивал у него какие-то вопросы, и он понял, что тут у него какое-то, как сказать, поселение там строить со своими последователями, и он решил это все прекратить. И вот его арестовали. Он пообещал его убить, но в смысле, этот йог Бхактивинода Тхакура. I shall see what a man you are like. I will see what a man you are like. Okay. Then after that, out of yoga power, he was able to make Bhaktivinoda Thakur to be sick. Но своей йогической силой он как-то наслал какую-то болезнь на Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура страдал от этой лихорадки, но все равно Шрила Бхактивинода Тхакур, он не изменил своего решения, его в тюрьму посадили, потом суд был, и его на 2 года посадили, на несколько лет посадили, и из тюрьмы он как-то влиял на Бхактивинода Тхакура и его семью. Сейчас в вайшнавском обществе, к сожалению, тоже такое случается, что кто-то колдует на кого-то. Но что эта черная магия может сделать, если мы совершаем Кришна Бхаджан, если мы находимся под приняли прибежище у Шрилы Прабхупады, у Гуру Варгья, то что эта магия может сделать нам? И тех Харибхакты, Сударшан Чакра, она везде находится вместе с ними. Из истории Шрилы Бхактивинода Тхакура мы знаем, однажды он читал Бхагаватам, и этот йоги кинул какой-то какое-то оружие кинул, и не нож в воде летающего ножа или что такое. И вот он кинул в него, это оружие только вокруг него летало и не могло задеть его. И вот этот Вишкишин впоследствии умер в тюрьме. Но еще было много мошенников, которые Бхактивинода Тхакура посадил. И потом ему дали пост руководителя храма Джаганнатха, и Бхактивинода Тхакура очень хорошо руководил этим служением в храме Джаганнатха. И также Шрила Бхактивинода Тхакура
near near actually Chaitanya Mahaprabhu lotus feet there in Jagannath temple. И в Каме Джаганатха Шрила Бхактивинода Тхакура он приходил и сидел у стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, там отпечатки его стоп, и вот он там сидел и... Еще как, когда Бхактивинода Тхакура приходил в храм Джаганатха, ему всегда кто-либо приносил сладкий дал. Он очень любил этот сладкий дал, и когда бы он ни приходил, то как-то всегда кто-то появлялся, кто угощал его этим сладким далом. И вот Бхактивинода Тхакура, он сидел у отпечатков стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, и там они совершали киртан, и там до сегодняшнего дня можно видеть, что преданные сидят и в 7 часов совершают киртан. И много людей не могли понять Шрилу Бхактивинода Тхакура. Многие критиковали его, что тилака нету, мало нету, просто приходит, что-то делает. И однажды какой-то преданный, хороший преданный, он не смог понять, кто настроение Шрилы Бхактивинода Тхакура, он пришел к нему и сказал, в Джаганатха Валабхудьяне Шрила Бхактивинода Тхакура сидел, обсуждал какие-то темы с преданными, и этот Бабаджи Махарадж сказал, не надо к нему ходить, он не вайшнав. И Бхактивинода Тхакура узнал об этом, и он посмеялся только, кто сказал, что я вайшнав. И тогда этот Бабаджи Махарадж потом пришел к нему и начал просить прощения, что случилось, я не понял вас, поскольку вы без тилака ходите, без кантимал. И Бхактивинода Тхакура засмеялся и сказал, что да, ты прав, на самом деле, как я могу кантхимал и тилаком носить, но у меня даже Гурудева нет, поэтому Джаганат мне Гурудева не послал, поэтому нет кого получить кантхимал. Но Шрила Бхактивинода Тхакура, он повторял харинам на мале всегда. Но посвящение внешне он ни у кого не получил, но повторял харинам. И Бабаджи Махарадж засмеялся. И однажды один Сварубаба был один, и он весь день повторял харинам, совершал киртан, и вечером он выходил из баджан-куртира, совершал туласи парикраму, совершал киртан, и какие-то преданные так кормили его джаганат прасадом, и это его мадхукари было. Он никуда не ходил. И кто-то приходил и кормил его прасадом. И вот после того, как он заканчивал киртан, он принимал прасад и совершал свой баджан дальше. Это обязанность Вишамбара, Джаганатха, Кришны. Это ответственность Радхарани приносить прасад тем, кто не ходит и не просит прасада. И вот Радхарани, когда видит такого преданного, она посылает Лалиту, чтобы она пошла и принесла прасад такому преданному. After that, taking water and chapati, you feel okay. So many incidents. What to see? И много случаев таких было, даже с горки Шрода с Бабаджи Махараджа много раз.
было. У него так, если мы будем изучать жизнеописание Гуру Вайшнавов, как они жили свою жизнь, и тогда вы можете достичь успеха в вашем баджане. То есть гораздо важнее изучать не уджала, не ламани, а жизнеописание вайшнавов. Мы должны знать, как вайшнавы совершают свой баджан. Кто-то говорит, что нету вайшнава в этом мире, но это не так. У нас нет права говорить так. Может, вайшнавы есть, кто может сказать, но мало, но ситуация меняется. Я могу сказать, что ситуация меняется сейчас. И... И вот Шрила Бхактивинода Тхакура в то время не было еще печати широко распространенной. Он писал Гиту Бхагаватам вручную и копировал это все в Сандарбхе очень. Можно, конечно, пойти на рынок и купить шатсандарбху, но в то время те шесть госвами, как Кришнадас Кавирадж Госвами, как они писали книги. Oh, I open internet. Even I'm not going to take trouble. I can open internet. Fine. That time you can realize what kind of trouble. В то время, особенно какие-то другие писания, которые для референса были нужны, их тоже тяжело найти было. И в то время. И вот как и будучи Вариси, он много написал книг, копировал их. Его характер, его поведение, его этикет, он сам по себе это проповеднический центр. Вайшнав, где бы он ни был, можно видеть, что этот вайшнав там, но автоматически проповедь она совершается. Рупа Санатан, они жили в лесу, но они знают во всем мире. Они лучшие из проповедников во всем мире. Рупа Санатан. Кто нет? Они лучшие из проповедников. И вот смотрите. Таким образом, Шрила Бхактивинода Тхакура, он открыл один баджан кутир рядом с самадхи Харидас Тхакура на Сваргадваре. До того он жил в месте, где сейчас Матшил Бхактидайта Мадхава Самахараджа. Он получил это место. И там место явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. И вот много людей говорят какую-то ересь о Бхактивинода Тхакуре. Например, говорят, что Шрила Бхактивинода Тхакура не был так строг, как то есть Бхактивинода Тхакура не был так строг, как Шрила Прабхупад, поскольку Шрила Прабхупад многое запрещал, а эти люди говорили, что Vrindavan to do exclusive bhajan, but somehow, for some purpose, official purpose. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура в конце своей жизни он хотел отправиться во Вриндаван, но по работе он оказался где-то в Таракешу, где Хухугли.
И вот там к нему явился Шанкара Бхагаван и спросил, ты во Вриндаван собрался ехать? А ты не знаешь, что это скрытый Вриндаван, и кто будет служить здесь? Ты должен все это делать. И тогда Бхактивинода Тхакур решил остаться и решил никуда не ездить и исполнять служение, данное ему Шивой. Но Бхактивинода Тхакур покупил уже землю на Радакунде. Это тоже, там тоже Сванада Сукана Кунджа. И если он там был, и Шрила Прабхупада, они когда были там, они там останавливались. И будьте внимательны, что Бхактивинода Тхакур, он дал это имя Надия Пракаш. Почему? Это журнал есть Надия Пракаш, но у Бхактивинода Тхакура одно из его имен это Надия Пракаш, тот, кто явил славу Надии. То есть тот, кто явил славу Гауранге Махапрабху, и вот кто явил славу Навадвипе, и кто... Он тот, кто явил славу Навадвипе, славу Гауранге, и поэтому он одно из имен Надия Пракаш, он также начал печатать Надия Пракаш. Саджана Тоша, не множество других прекрасных журналов, статей и книг. И Бхактивинода Тхакур, он начал Саджана Тошани. И вот таким образом. Doing service as a deputy magistrate in the tiffin time. И вот, а когда Бхактивинода Тхакур работал губернатором, он в свободное от работы время писал киртаны Шаранагати, Кальяна Калпатару. Jamuna Balavali, so many one-one parts. If you have the time to go through. Если у вас есть время. Изучать, вы должны, если нет времени, то нужно сделать, организовать время и изучить все эти киртаны Шрилы Бхактивинода Тхакура, и тогда вы поймете его величие. И вот та шлока, с которой я начал, то чувство Шрилы Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура, он говорит нам. Вот Суро Шарир Упаканте. Сурадхани – это значит Ганга. И так много синонимов, нужно многое знать. We are always dancing by the writing of. Мы очень восхищаемся наследием Шрилы Бхактивинода Тхакура, поскольку у него очень простым языком все написано. И когда мы изучаем, например, то, что написал Прабхудананда, у него очень высоко все написано, очень. Сложно для понимания, но Шрила Бхактивинода Тхакур, как он говорит, он очень просто, очень ясно для понимания. И это может затронуть сердце даже обычных людей, и они могут развить желание стать преданными. И вот Бхактивинода Тхакур, он очень много писал. И вот он в этих словах говорит, это Гадрума, наивысшее место. И насколько удачливы мы, что наш мой Гурудев дал мне место в Гадруме, хотя я не знаю, что такое баджа, но все же Гуру Махарадж организовал место для меня.
some Harikatha plays for me, is I'm lucky. I think I'm lucky. Gurudev arrange everything. И Бхактивинода Тхакур тоже пишет, Упакантхе, значит, на берегу Ганги. Это Гауратиртха. Это Вриндавандама. Это больше, чем Вриндавандама. Прабхудананда Сарасвати Пад Сваруп Гасайни говорят об этом, это больше, чем Вриндаван. Навадвип Дама, она не отлична от Вриндавана, но даже больше, чем Вриндаван, поскольку у нас есть возможность получить милость Гауранги и Нитьянанды. Даже имея какие-то недостатки, это особое качество. И даже если у нас какие-то недостатки, мы не можем совершать баджан, мы пытаемся, но все же мы можем получить милость Нитьянанды и Гауранги, мы падшие души, мы не можем своими собственными попытками стать успешными. И, пожалуйста, помогите нам, и в таком случае Гауранги и Нитьянанды, они помогут нам. И вот это... Это Вриндаван, Гауратиртха. И в то же самое время говорится Сурабхи Кунджа. И Винод, где он находится, в Сурабхи Кунджа. И вот он пытается обрести милость твоих лотосных стоп. И вот... Why you are sitting? Jugala charano shoksho Sheva laha sayaso Aso He is Krishna. When you point out, then you say Aso in Sanskrit. Aso. That Vinod sitting here to understand the glories of that divine love affair of Radha Govinda. Jugala charano shoksho Lava Asaya, Love Asaya, in Sanskrit, join, actually. Love Asaya, Love Asaya, also sitting here, taking center of Gadrumda. И вот Бхактивинода Тхакур, приняв прибежище на Гадруме, он сидит здесь и... Кове Гауру Бани, Сура Дони Тарни, находится здесь и... Арадхея Говинда Бани, you are not пытается и молится о милости. Мы должны совершать киртан с открытым сердцем. Киртан мы должны для себя совершать, а не на показ. И тогда вы обретете силу. Пытайтесь понять настроение Шрилы Бхактивинода Тхакура. Why? Brajo Raso Rasipaya Pada Padmasraya Throat. I have taken center of those devotees, Rupango devotees, so I am not fancifully coming here. Brajo Raso Rasikaya. Those who are having Brajo Rasa inside their heart, flowing, overflowing. Their heart is overflowing with Brajo Rasa. I am taking center of them. So why do I want to put some allegations against me? Brajo Rasa Sikaya Pada Padmasraya Atro and here I am sitting. Atro, here I am sitting with this vision. So you see, and the pranam of the itself, Rupanu Govarayate. Gaudiya Math is equal to Bhaktivinoda. Gaudiya Math, он не отличен от Бхактивинода Тхакура.
Гаудия-матха не отличен от Бхактивинода Тхакура, поскольку то, что у нас есть в Гаудия-матхе, это все дано Шрилы Бхактивинода Тхакура. Но будьте уверены, Бхактивинода Тхакура, он не сахаджия. И после того, как ушел Шрила Бхактивинода Тхакура, все пришли к Шриле Прабхупаде жаловаться, что вы очень строги. А Бхактивинода Тхакура, он и те киртаны, и все позволял, а Шрила Прабхупада засмеялся и сказал, что кто сказал, что Бхактивинода Тхакура слушал какие-то киртаны сахаджийские. Ну, как вот мы видели, он звал нас Шантипуром, и приезжали и пили, а Шрила Прабхупада засмеялся. А кто сказал, кто вам сказал, Бхактивинода Тхакура очень умен был, он то есть он просто для отвода глаз вас призывал, приглашал. Ну как иногда ловят птиц какую-то приманку кладут и все эти и птицы ловятся, и также вас он использует в качестве приманки. И Шрила Бхактивинода Тхакура, он не сахаджи, знаете ли вы, умонастроение Бхактивинода Тхакура совершал баджан здесь. Иногда вот когда он приглашал этих сахаджи с Шантипура, он ни слова из киртанов не слушал. Он совершал баджан и ушел во Вриндаван. А какие-то люди, если приходили, они видели Шрилу Бхактивинода Тхакура, сидящего на асане с закрытыми глазами, а они не знали настроение Бхактивинода Тхакура. Он даже ни слова с этого киртанов не слушал, а он был во Вриндаване. Но люди говорят, что вот он сидел рядом с этим киртаном и слушал. Нет, Шрила Прабхупада говорит, вы глупы. Он дал вам возможность, чтобы люди пришли, слышали, ну, если приходили, то видели Бхактивинода Тхакура, получали сукрити. Как вот в этом киртане говорится, что как подобно тому, как Ганга очищает постепенно, но даршан вайшнава он сразу очищает. И вот если мы будем изучать Джавадарму Шикшамриту, Махапрабху Шикшу и все киртаны Шрилы Бхактивинода Тхакура, то покажите, где описывается, что Бхактивинода Тхакура сахаджи в Таттва Вивеке он описывает все таттвы, и никакого вопроса сахаджи не возникает там. И когда Бхактивинода Тхакура, он был давно, он был, он, и вот, и Бхактивинода Тхакура, он был более знаменит, более известен, чем Банким Чандра. Он лучший писатель, но все же Бхактивинода Тхакура, он никогда не стремился к имени и славе. Когда Бхактивинода Тхакура, он когда они менялись этими должностями, и вот в то время Бхактивинода Тхакура был в Кришнанагаре этим губернатором, и этот и вот с этим Банким Чандрой они менялись
постами и... Но этот Банким Чандра был очень горд и ничего не слушал. There is no one big writer in India who not knowing the name of Банким Чандра Чатурпати. И вот этот Банким Чандра Чатурпати, он очень знаменит. Он даже написал песню Ванде Матарам. So that young bats when read, they can get hot blood, they can start to give their life for mother land. So powerful man. But still could not realize the Kripa of Krishna Govardhan. He got the score, but still lose. Bhaktivinoda was speaking so. But he is representing Gita in his own way. He wants to represent the character of Krishna as a material hero. И вот он писал о Бхагавад-гите, о Кришне, как о каком-то простом материальном человеке. И Бхактивинода Тхакур пытался его переубедить. Он написал... И в то время также Шрила Бхактивинода Тхакур написал книгу Прем-Прадип, которая может дать нам... И вот эта книга о славе Родины. И потом Бхактивинода Тхакура написал Джава Дхарму и прочие книги, все комментарии, читания Чайтамрита Бхашья, читания Бхагавад Бхашья, Брахма Самхита и все остальные. Мы вечно благодарны Шриле Бхактивинода Тхакуру. Мы никогда мы вечно благодарны. Он начал проповедь о славе Шри Чайтаньи Махапрабху в западных странах. И в высоких обществах Шриле Бхактивинода Тхакуру говорил, он... Вот, может, кто-то слышал о Рабиндранатхе Тагоре, он выиграл эту Нобелевскую премию, и его старший брат, он был его другом, и Бхактивинода Тхакура Даду его назвал. Старший брат, и он ходил к ним в гости. Harinam, this lecture was given by Bhaktivinoda Thakur in Jorasako Hall, lecture hall, speaking. What is Harinam? Once, tear twice, very small word, Harinam. This way, и таким образом, всегда, we are going to pay respect to Bhaktivinoda Thakur. Мы вечно благодарны Шриле Бхактивинода Тхакуру, кто сказал, что он сахаджи. Шрила Прабхупад говорит, только сейчас Шрила Бхактивинода Тхакур ушел в 1914 году, в предыдущий день Радха-ятры, и вы спорите со мной. Шрила Бхактивинода Тхакур, он не сахаджи, он хотел дать нам настоящий даршан. Он искал милость Шри Чайтаньи Махапрабху, и многие люди, они одурачены сахаджиями. Если у нас есть возможность, у них есть возможность следовать Бхактивинода Тхакуру, то я уверен, они могут оставить это и принять течение Бхактивинода Тхакура, но мы очень неудачливы.
мы удачливы, в то же самое время неудачливы в том, что мы не можем следовать Шриле Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура пишет так, что как очень просто и понятно. Вот под именем, например, Варнашрама Дхарма многие люди говорят всякую ересь, но они не изучают то, что написал Шрила Бхактивинода Тхакур. Я могу несколько примеров привести. И вот я говорил несколько дней о Варнашрама Дхарме. И Бхактивинода Тхакур говорит Варнашрама Дхарма, вы знаете, согласно карме, вот это качествам и обязанностям, я хочу разделить общество на четыре части, и это разделение было очень научным образом сделано. Какие-то министры утверждают, что ничего не должно быть, одна каста должна быть. То есть нельзя сказать, что можно убить всех брахманов и одних шудр оставить. Это неправильно. Кришна говорит, то, что мы научным образом должны применять Варнашрама Дхарму. Варнашрама Дхарма, она должна быть, систематизирована согласно ведическому учению. То есть все должны находиться на своем положении и пытаться улучшиться. Но это опять же не значит, что кшатри, например, всю жизнь кшатриями будут. Если они будут развиваться, они брахманы могут стать, как Вишвамитра, например, у него качества кшатрия были, но впоследствии он стал брахманом. Он даже титул получил от Васиштхи. Много раз он сам приходил к нему, спросил, дай мне титул Брахмариши. Нет, не могу. Почему? Недостоин, потому что. И Вишвамитра тогда хотел отомстить ему в Васиштхе, но все же он сказал, что ты недостоин, он хотел убить Васиштху. И вот Васиштха говорил с женой однажды, что этот лунный свет, он подобно сиянию баджана этого Вишвамитра. Вишвамитра, когда он пришел его убить, сидел в кустах, уже готовился, и тут услышал, что Васиштха так говорит о нем. Он прославляет меня. И вот он пошел, поклонился ему, Васиштхе, и попросил прощения, пожалуйста, прости меня. Я недостоин быть Брахмариши. И тогда Васиштха взял его, обнял и сказал, а вот с сегодняшнего дня ты достоин быть, не носить титул Брахмариши. Я объявлю всем, что ты Брахмариши с сегодняшнего дня. И вот мы вечно благодарны Вишвамитру, Вишвамитре также, поскольку он дал нам Гайтри. Эта Гайтри мантра, она явилась перед Вишвамитрой. Вишвамитра увидел ее и дал нам. И риши, они могут что-то делать, но это для нашего блага. И у нас нет права критиковать их.
И вот смотрите, Шрила Бхактивинода Тхакур, он не Сахаджи. Можно изучать Шичитани Шикшамриту, Джава Дхарму. И нет никакой проблемы в нашем дхарме. Проблема в нашем оскверненном сердце. Брахманы не могут заниматься своими обязанностями, кшатриями, кшатри своими, вайши своими, шудры тоже. И в никастве тоже могут. И те, у кого есть какие-то качества, параматмик, вот ачти, ачуты готра, кто, если они хотят пользоваться преимуществами брахманизма, то это плохо. Шрила Бхактивинода Тхакур, он написал, что я не хочу ломать систему, которую установил Кришна. Но сейчас политические лидеры, они часто не понимают то, что то варнашрам дхарму, которую создал сам Кришна. И вот согласно качествам, характеру, настроению служения, но в смысле к материальному миру такое не применяется, но к склонности что-либо делать это общество разделяет, with brahmacharis and matajis. I cannot approve any free relation with any grihastha, with any other matajis. They should be careful if they are going to come in front of me. If they go away from me, I am not. If any other maharaj can approve dancing of matajis, they can do instead. But I cannot approve. You can follow him. Don't come to me. If you follow me, you will have to come to me, I can give you seva. I can give you seva. If you have your power, I can give you Gomata, I can take your responsibilities. Prasadam I can give. You are ready to do seva? You are not ready, I know. Don't try to mix up. Some acharya can guide you that way. I am going to follow Prabhupada Bhaktivinoda. I am not going to make any new philosophy. I am not making my brain a factory. I can make new philosophy daily. I am not making that. Only I am repeating. What I already told my Guru Varga. My Guru Varga told that is called Hari Katha. Don't try to make anything new. Krishna Bhagavan. I cannot approve. Even in Indian society, intercaste marriage is also dangerous. Вот в индийском обществе даже просто, то есть эти браки между разными кастами очень не одобряются, и ничего хорошего не случается в этом случае. То есть их генеалогическом факторе они разные. Тем более, он хорошо не одобряет всяких смешных браков. Это не варнашрам дхарма вообще. И тем более не дайва варнашрама. И Бхактивинода Тхакур, он говорит, что даже те, кто приходит в мат, кто следует брахмачарья дхарме, кто-то саньяса дхарме. И постепенно, если они под влиянием майи они потеряли свою саньясу и брахмачарию, то Бхактивинода Тхакур, он говорит, что сейчас они не могут себя называть предыдущим именем. Например, кто-то был до принятия саньясы Чаттерджи, но потом, когда то есть он брахманом был как бы. Yes, Brahman means not pure Brahman, maybe from
с какой-то брахманской семьи, там Чатерджи или Баннерджи, например, но Бхактинат Такура говорит, когда вы потеряли, приняли саньясу, потом оставили ее, то уже вы уже вне всяких варны ашрам, выпадшая душа. И назад домой нельзя вернуться и сказать, что я не смог саньясу соблюдать, и вот опять имя свое старое возьму. Но нельзя, нельзя, поскольку вы уже оставили свою семью, приняли Ачюта Готу, и уже возвращаться назад нельзя. Это... И мы должны изучать все статьи и книги Шрилы Бхактивинода Такура. И мы должны распространять его учение. Who told? Don't try to misguide the whole society. Try to follow Bhaktivinoda Thakura. Мы должны пытаться следовать Шриле Бхактивинода Такура все время. Если мы хотим стать гаудием, то мы должны следовать ему. Вы можете оставить меня, но я не могу обманывать вас. I love those who are foreign devotees. They enjoy maximum love from me. Maximum love. My Guru Maharaj used to say, they deserve more kripa, they deserve more kriti. Вот мой Гурудев говорил, что те преданные, которые приехали из других стран, они достойны большей милости. Они оставили свои страны, пытаются совершать харибаджан. I'm not from a rich family, so I'm habituated to stay anywhere. I was from poor family. I can say clearly. So what is the credit with me? The credit is that they are coming from high family. They are rich, they are coming. They deserve more kripa. И вот Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он говорил нашему Гурудеву, чтобы он отправился на Запад и проповедовал. И so this way, if you follow Bhaktivinoda Thakura, you can find what is the procedure, how you can go towards the lotus feet of Rupa Goswami path, Rupa Anubhavadayati. Namo Bhaktivinodayo Sachidananda Namine. Это пранамантра Шрилы Бхактивинода Такура. И мы приносим ему свои бесчисленные распростертые поклоны лотосным стопам Шрилы Бхактивинода Такура. Мы вечно благодарны ему. Махарадж говорит, когда я был в Матхе, очень строгие правила были. Никакой брахмачари с Матаджи не мог разговаривать. Если я видел, я какой-то пресекал без причины. They have some separate, you know, habit. They are habituated. So I told, during Harikatha they can get together, they can hear. After that, open mixing is not allowed. Those foreign devotees, they should be given wide acclamation. They are kind. They are coming to accept my Siddhanta, Baba Oba Siddhanta Bhaktivin. And they are coming to take the habit of those foreign devotees. They are from poor family. They come from foreign country. So
Can you arrange my foreign going? Yes. Can you arrange my foreign marriage? Why? That's why I told you. I suggested, if you want to get maximum result, I am not going to hate them. I love them. One big personality who are having control over a sense organ, they can take care of those foreign devotees. Not that common devotees can go openly. In Mark, there are invitation against me. One Maharaj speaking in foreign country, doing all rubbish. Yes, I know everything, is coming here. And one Mataji is there, is giving order to that Brahmachari, hey, bread, some bread and milk you can go to that Mataji's room, give. I said, no, you cannot go. And he go against me and make a party. After that it was exposed that he is fallen so. He has two or three sons from different source. They go all against me. Still he is in sannyas place. Still in sangha. Who is going to stop them? This kind of contamination there. They can put some false allegation. I don't care. They can come. They can make a group. Still he is in sannyas place. Going to give upadesh. Whereas Bhaktivinoda Thakur say, no, you cannot do. So I cannot approve this. So tough rules and everything. Whole society going against me. Go to hell. Yes, it's sadhvi. Those foreign people, those big, nice, you know, character, you have nice character, controlling, they can take care of them. Why you send a small devotee there? He is from a poor, very lowest caste, is going to see, going to give bread? No. So you can come and take bread here. Or you, sannyasi, you can go and give bread. And discover your relation with that Mataji. I am not going to speak that way. Foolish. Vanchakam Bhagavad.